Добрый день, друзья! Собирая материал в районе Нижнего рынка, мы с высоты увидели интересное здание. Это здание, на бывшем Николаевском, а ныне проспекте Карла Маркса, 46, постройки 1802 года, сейчас это Центр образования имени Героя России Владислава Духина. На этом месте еще в 1815 году была тюрьма. В 30-е годы 19 века место выкуплено купцом Ганиловским, который строит это здание и открывает в нем гостиницу. В этой гостинице в 1846 году открывается Кавказская семинария, первая на Кавказе, которая и была тут до 1873 года. До переезда в специально построенное для нее здание. А Ганиловский открыл тут Михайловское техническое училище, первое на Северном Кавказе, которое существовало до революции, а потом переехало в здание учительской семинарии на Невинномысской улице, ныне улица Мира. Западнее этого здания построили городское шестиклассное уездное училище. От аптеки Байгера и до Троицкого собора все место называлось «Училищный центр». В советское время здесь располагалась уездная милиция, затем неполная школа номер 7. После войны полная средняя школа, потом вечерняя школа рабочей молодежи. Купол у меня вызывает смутные сомнения, похоже, что здание новодел. Пишите свое мнение в комментариях.